кому надо напомнить еще раз, что целью общей деятельности компании Gulfstream является обеспечение надежными трубопроводными системами, бизнес-проекты и предприятия в Украине и за рубежом. Я расскажу о нашей фирме. Да. Чем она занимается? Она занимается монтажными системами для инженерных коммуникаций. То есть, если вы посмотрите на эту конструкцию, на эту, ту конструкцию, которая стоит на пианино, то такое небольшое представление уже при взгляде на эти конструкции у вас есть. Вот здесь труба стабилизирована, здесь подпорки, здесь растяжки. То есть все рассчитано так, турбинец нет. При другом, скажем, если бы была другая конструкция, то не исключено, что могло бы ее просто вырвать. Если дать сварщику без заготовки, да, металл, ему нужно будет сварить угол 135 градусов. А сколько времени он потратит, как вы считаете? А? Ну, обычно люди, которые со сваркой связаны, да, они говорят, хороший сварщик сделает за 10-12 минут. Это с учетом того, что он дождется, пока остынет шов, собьет окалину, посмотрит, нет ли свещей. Если свещей есть, то надо это подварить. По всем правилам науки, да, сварной. А смотрите, за сколько это сделаю я. Мне осталось только затянуть эти болты. Как вы думаете, сколько займет это время? После того, как сварщик сварил, это еще если довести до, скажем, до полной красоты и до полного стандарта, то нужно это еще потом обезжирить, погрунтовать, потом покрасить на один раз и покрасить на второй раз. У нас оцинковый, в данном случае я держу в руках нержавеющие. У нас нержавеющие элементы тоже есть. Но наши основные элементы — это оцинковка. Нержавейку, если надо, мы поставляем. Но я вам скажу, чтобы собрать вот такую большую конструкцию, ну, надо 3 часа, если все нарезано. Это максимум 3 часа. Это чтобы аккуратно все сделать, не спеша. Да? Вот, сварщику, я думаю, на это надо день. Комплектов хватит, в принципе, для всех желающих. Поэтому кому еще? Вам, да? Посмотрите, вот здесь пластиковые зеленые, не просто шайбы, это пружины. То есть вы, если обратите внимание, если сюда надавить, да, то назад отдавливает палец ваш, да? Вот. Что вам нужно сделать? Вам нужно вложить вот таким образом, нажать на пружину и повернуть на 90 градусов. Получается? 90 градусов вниз. Согласны? Так, теперь нам нужны вниз, чтобы пошли, да, наши. Надо взять 135 градусов полок, правильно? Так, конечно, давайте вы поворачиваете. Так, придавить. Да, и на 90 градусов, совершенно верно. Все, надо закончить. Крупными женскими руками. Это две самые смелые женщины, Александр. Они только они решились. Переставляю ее, учиваю опять болтики. Что могло вас спасти от всех ваших проблем, от того, что обрезать, от того, что варить, а потом еще 2 недели искать цинковосстанавливающую краску и платить очень большие деньги. Я говорю, вот, пожалуйста, консоль у вас с боковым открытием. Я говорю, осталось затянуть только здесь. У нас есть усиленные хомуты, то есть хомуты для больших нагрузок. У нас есть термохомуты, посмотрите, да, слушайте внимательно, потому что завтра, если в ваших делах, в ваших проектах понадобятся какие-то решения, и даже если вы скажете, из того, что он показал, это все равно не подходит для меня, просто берете телефон, набираете мой номер, и мы вам придумываем, как это все сделать, причем не просто придумываем, а показываем, как это сделать
профессиональные, хорошо. Узкие специалисты, которые дают консультацию. У нас есть компания «Гольфстрим», Андрей Анатольевич, главный инженер, который тоже может на месте как бы здесь любые консультации давать. Потому как мы уже не первый год с этими системами работаем, мы, в общем-то, Александр совершенно прав. Можно обращаться не только к нам, можно к Андрею обращаться, потому что Андрей супер разбирается. И у нас очень мало таких клиентов, которые так супер разбираются. Вот Андрей один из них. По пальцам могу сосчитать. На самом деле.